Сегодня мы поедем туда, где соберутся совершенно разные люди. Гламурные и суровые, робкие и безбашенные, не имеющие гроша и щедрые на эмоции, матерые и только-только встающие на крыло. Тут нет одинаковых, интересных или не очень. Всех нас объединяет одно направление и одна цель в конце пути – слет блогеров-путешественников под рюкзаком. Добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее. В этом выпуске будет много еды, рекламы и вообще трэша, которого у нас обычно на канале не бывает. Поэтому всем, кто хочет написать какую-нибудь гадость в комментариях, я вас предупреждал, не смотрите. Вот, ребят, мы прибыли на место. Место необычное, красивое, кругом. Смотрите, вон купола стоят, сферы, жилье стоит, какое интересное, посмотрите, из контейнеров, модульное. Лично я обожаю всякие разные такие штуки, архитектурные новшества. Так, ну, пришло время сваливаться. Все, приехали, ребята, мы на слет под рюкзаком. Нам вот предоставили вот такое место для стояночки. Смотрите, где будет тусовка вся проходить. Вот в тех шатрах, это лекторий. Там будут проходить лекции. Всякие спикеры будут умным вещам учить нас. А мы встаем вот здесь вот. И сейчас, в данный момент, мы хотим покушать. А угли мы берем с собой, ребят, не потому, что мы его рекламируем, а потому, что он вкусный и быстро готовит. Ну, по крайней мере, то, что готовится на угриле, вкусное. Выехали где-то в 11, приехали, вот сейчас 4 часа, пора перекусить, это вот точно он говорит. А тут у нас жарится, шкварчит все. Мы, кстати, протюнили гриль наш, и он теперь выдает те киловатты, которые нужны были как раз. 5 минут этот красавец нам сделал офигенные бутерброды горячие. Вот такие вот внутри, смотри, на божью коровку похожи. Так что кушаем, набираемся сил, сейчас пойдем лекции слушать, ума набираться. Перекусили и пойдем в лекторий, где потихоньку собирается народ. Мишанька, он помогает девчонкам ставить шатер. Биостоп увидел и потерял голову. Я выбрался помощником для раскладывания тента. Ага. Вот у меня такая вот компания. Вот. Отказать, ну, сами понимаете, не могу, поэтому... Они же в такой же одежде. Да, я такой же, как они. Нет, вот. Это мы такие, как вы. В общем, мы в правильных, так сказать, нарядах. Не боимся никого и даже клещей. О, ребята, это организатор этого безобразия. Мы с ней еще потом познакомимся. Потом, да. Здравствуйте, а здесь клещей на вес покупать можно? Василий. Лабораторных. Ты знаешь, я вот шерпа собрал, а вот с этими 10 палками разобрать что-то не могу. Опихай куда-нибудь. Не знаю, я не знаю, как это делать. Ну выше луны, я вам скажу. Куда-нибудь, это опасно. Смотрите, сидеть будем на вот таких вот сенных пуфиках. Каждый пуфик посажено по 100 грамм мурашек, чтобы мы не засыпали и были активны. Так, 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 вот почти уже готово. Ой! А какой кадр мог бы быть, да? Может, это ротом его надуть? Это сколько же нужно? Чем мысли женщины, объемами или длиной? Вопрос. Однозначно размерами. Вопрос в зал. Вопрос в зал. Так. Слушайте, вы крутые. Спасибо вам большое. Ух, так легко заработать похвалу. Вообще здорово. Мы сами никогда не справились. Поставили палатку, а она, блин, ух, говорит, крутые вы. Домик, которого боятся клещи, собран. В округе. Самым наисамившим эротическим. Самым высокотехнологичным методом, да? Да. Скажем так. Да, да, я тоже правильно. Бедолага, он заснул. Он опять заснул. Клещ заснул, ребята. Не наш. Наш дерматоцентр, почему? Людей прибывает.
компании, бизнеса, туризма, ребенок, взрослый. Вот этот фестиваль — это не дело рук моих, это дело рук вообще каждого, кто сюда заявлялся, кто переписывался, кто сюда вообще приехал и доехал. Меня зовут Олеся, Олеся Облачная в Инстаграме. По техническим моментам мне нужно было вам что-то сказать, но у меня сейчас все вылетело из головы, и я думаю, что вам каждому сказали. Так вот, блогер под рюкзаком. Мой доклад о том, каким образом я начала, не являясь никаким блогером, без аудитории, собирать интересных авторов по своему выбору, ездить в путешествия и еще потом в дальнейшем на этом зарабатывать. Проект «Блогер под рюкзаком» начался в 2015 году со слета, с первого слета, который мы делали с Денисом Доропеем. Вот, и он так меня зажег, что буквально через, наверное, сколько, месяца два я собрала первую команду, и мы поехали с ними в Крым. Мы начали с Крыма в 2015 году, в прошлом году мы залезли на Килиманджаро, в этом году мы залезли на Фудзияму. И, в принципе, проект идет, то есть, может быть, мы поедем там в Штаты, то есть он из российского масштаба вырос до мирового, потому что в этом году блогер под рюкзаком стал первым проектом, которым официально поддержало Министерство туризма Японии. Они будут здесь, кстати, в воскресенье. Народу прибывает. У нас с Борисом есть уже все пучки сена заняты. И мы ведем прямые эфиры. Это тоже, кстати, ниша. Вот кто хочет стать блогером, о господи, я произнесла именно вот это то, что произнесла. Есть абсолютно незанятая ниша, которая набирает популярность. Мы ведем прямые эфиры из путешествий. Наш блог посвящен стримам прямо с пути, из автостопа. Вот с вершины, ну не с вершины, это было подножие Килиманджаро. Это все на нашем евразийском континенте, но тем не менее много чего человечество накопало, много где бетона залило, и это все очень интересно изучить. Да, как меня представила Олеся, мне кажется. Я документалист. Ну, скажем так, она это представила под воздействием, под впечатлением о моем документальном первом, МШ доклад делает. Для меня документальном фильме о концлагере Аушвиц. Тихо, всем внимаем. Я вот в этом году выпустил, это первое видео из трилогии, которое будет, и это был реально самый серьезный проект, но, собственно, до этого еще дойдем, как я вообще к этому шел. К каждому видео я начал делать небольшую вставочку, там, на 3-5 минут, которая, не, ну, то есть я не просто лазил по объекту, а я еще рассказывал, зачем? А нужно хронометраж все-таки чем-то забивать, поэтому вот приходится идти на какие-то компромиссы, вставлять фотографии, причем желательно, вот с чем я еще сильно заморачиваюсь, чтобы фотография, которую я вставляю в видео, соответствовала тому, о чем я говорю в тексте. Ни в коем случае. Я и он — это две разные вещи. Это просто мой товарищ. Вот сейчас ребята из Indie Travel как раз рассказывают о низком уровне доверия аудитории корпоративным каналам, которые продвигают свои товары. То есть продвижение через сторонние каналы блогеров, оно гораздо выше. А пиво безвредно. Доказано институтом пива. Чтобы вы понимали, да, ну все, наверное, знают вот эту, как бы, ну, не историю, да, как сказать-то, бытие о том, что если ты едешь на севере, ты остановился, то обязательно люди, кто проезжает мимо, всегда останавливаются. То есть неважно, вышел ты там в туалет или просто остановился там чаю попить, в любом случае проезжает машина, она всегда остановится. Всегда, 100% случаев. То есть и мы тоже всегда останавливаемся, чтобы, ну, потому что мало ли, что произошло. И, опять же, по моему наблюдению, самые безалаберные водители, самые раздолбаи, и кто чаще всего попадает в какие-то переделки, приключения, это местные, которые там живут. То есть я постоянно наблюдаешь картину, когда останавливается трактор, оттуда выходит мужик в сланцах, без шапки, такой расстегнутый, при этом на улице там, ну, минус 35, это, ну, тепло, то есть минус 40 стабильно. И я провела там... Продолжались лекции, какие-то были интересные, какие-то нудноватые, какие-то пошловатые, да, и такие были. А мы пошли в лагерь, потому что мы были на самопитании, самоприготовлении, и для того, чтобы успеть приготовить еду и вернуться к костру, надо было время. Так, ребят, ну вот мы встали таким лагерем. О, Мишаня какую шторку сделал. Сейчас будем готовить мясо, ужинать, поставили палатку для того, что, ну, как шатер ее сделали, просто чтобы пойдет дождик, значит, спрячемся. Погода такая переменчивая. Ну, сейчас зайдет Андрей, МШ. Познакомимся, пообщаемся. У меня вот такая вот еда готовится, а МШ рассказывает нам страшилки. Ну, это такое, это лучше уже немножко помолчать, а то не стоит иногда палить. Ну ладно, мы что не стоит, вырежем. Да. Пьем чай, едим мясо. Ничего больше не подумать. Приятного аппетита. Такая красота. Температура
Ну, согласитесь, как это можно было променять на питание в столовой? Блин, сейчас вот пока сижу, монтирую, смотрю и опять есть захотел. Пойду что-нибудь хвану. Всем приятного аппетита. Гуляем с Мишаней. Сейчас будут кострища и игрища. Для взрослых, говорят. Страшно подумать, какие. Сходили. Палатка горит. А вон шатер, а там гитара. Сейчас пойдем послушаем. Ты Мшанам Страстин рассказывал. Ёлки-палки. Вот уж он, правда, в тему углубленный. Да уж, парень. Полазил парень. Мишка языком с ними как зацепился. Еле их разнял. Я могу вино подержать. А я хлеб. А я таки сама. А вот вы знаете, там на общем костре очень сильно ждут люди с гитарой. Там уже горит уже. Да, костер горит, дождя нет. Собственно, мы за вами пришли. Если не пойдете добровольно, гитаристов сказали принести. А шатер сжечь. С гитаристами мы прилагаемся. А вы сами пойдете за гитаристами. Нет, потому что два дня пути. А? Два дня пути до лагеря. А он дошел, дошел до туда. А, я, кажется, поэтому хотел. Прошу, видите, мы там бизнес, да, какой-то? Да. Да. Поэтому, если что, по барабану, понимаешь, что вот есть вода в озере, зачем здесь собрать? Просто на воду хотя бы. Хотя как? Это сверчение. Все, ребят, завершили мы наш трип по слету блогеров-путешественников. Ох, скажу я вам, странные ребята. Ну, есть странные, есть не очень. Короче, разные, интересные. Послушали, ушки погрели. И будем ложиться спать. Завтра у нас будет наш выход. Будем завтра кататься. А так здорово. Что, сидят у костра, поют под гитару. Я тут подумал, что не хватало бани. Сейчас бы попарились и как легли бы спать. Все, всем спокойной ночи. У меня уже лежбище готово. Сегодня спим в эту сторону. Там вверх голова. Фибаста мурчит. Сейчас повешу одежду сюда сушиться. И будет вообще хорошо, красиво. Народ, доброе утро. 9 утра. Еще спят. Медвежатина так-то точно спит. Посыпаться потихоньку. Умываться. Берем мыльно-рыльные и туда. Зубы расчесывать. Так, после вчерашней баранины у нас вот такая красивая решетка. Сейчас я вам покажу, как ее почистить. Во-первых, делаем гриль на полный огонь. Медвежатина продолжает спать. Сейчас будем медвежатину будить. Мишка, поезд! Поезд, Мишка, вставай! Вставай, поезд идет! Видели, тут медвежатина спит как? Вообще ему пофиг, хоть гори. Вот тюлень. Финтрел еще одел. Ёлы-палчи, холодно было, что ли? Да нормально, мне было хорошо. Все было великолепно, пока поезд не поехал. Медвежатина. Ладно, спи. Я так просто проверить, живой ты тут нет. Живой, признаки жизни подают. Да. Я понял. Хреновые такие, вяленькие очень признаки. А, живой. Гриль самоочищается. В данный момент времени, ребятки. Выгорает вся кака с решетки. Для того, чтобы он мог так у нас делать, нам его пришлось затюнить. Пока вот проводим еще испытания, и как только поймем, что мы все сделали правильно, я вам расскажу, что мы сотворили с грилем. Гриль у нас боевой. Смеетесь, смеетесь, а грилю уже 6 лет.
6 лет он уже сначала на катере, в автодоме, но потом в вездеходе стал ездить. Профсоюз защиты мишек, прошу заметить, что медвежатина еще только-только глаз разлепила второй. А я уже еду почти сготовил. Видели? Вот так вот. Посмотрим, кто эту еду будет есть. Судя по мне, так глядя, то можно сказать, что команда Герасим Шерп не доедает. А глядя на мишку и на его бока, можно уже сказать, почему. И благодаря кому. Знаешь, как Василий, Сайки. Вот талант. Талант у тебя. Не прибавить. Вот так вот. А там уже в лектории народ собрался. Вовсю уже что-то записывают умное. Мы сейчас тоже пойдем туда. Только поедим сначала, потому что на пустой желудок знания не липнут. Да, они с палаточек выбрались, такие быстро в столовку, закинулись едой и побежали в лекторий. А нам-то надо приготовить, прибрать. Ой, ребята, у меня смотрите, как колбаса жарится в этот раз. Интересно. Хопа, я вот такую плиту сделал. Видали? Сейчас выливаем сюда яйца. Опа, вы видели, что тут у меня? Какой зажар. Благодаря моему новому способу яичница будет жариться равномерно. И сырка туда. Сейчас чуть-чуть подождем, чуть-чуть схватится яичница. И закрываем ее. Вот такая духовочка у меня получилась. Скажите, прикольно. Сковородка недостаточно толстая. И когда готовишь на плите, на нашей турбореактивной, даже с маленьким огнем все равно вот одно место. Не успевает тепло по сковородке рассеиваться. Надо либо чугунину такую возить, хорошую, либо... Вот мы нашли способ такой. Сколько-то минут, и все будет готово. Сейчас надо сыра туда засыпать еще. Низ уже схватился, чтобы сыр просто не упал на низ сковороды. Видите? Видите, как кормим медвежатину? Я даже руки помыл в этот раз. Кто будет ходить, кричать, что живот болит. Смотрите, у нас какой новый нож от стальных бивней. Но это уже скандинавский нож. С нормальной заточкой. Мне нравится. Я вот взял попробовать. Ну и корпоративный стиль, цвет. Спецзаказ. К медведю приходил волк и отгрыз ему ноги. Все, я пошел. Тут-тут-тут. Мы таким гостям не рады. Вот так вот. Выйти и шерпа не ударяясь головой. Да, кто сказал, что шерп низкий? Да тут вообще не наклоняясь, выходить можно. Без проблем. Молодец, Мишка. Мишка забыл зубную щетку, пальцем зубы чистит. Это, конечно, контент, это хайп. Все. Потому что я ему говорю, мыльно-рыльные, пристегни в вездеходе вон в ту сумку. А он их опять в рюкзак засунул, рюкзак забыл. Поэтому он теперь чуха. Ребятки, отправляю в Инстаграм вам фотографии там. Почти прямой эфир. Мы делаем так всегда, когда у нас есть какая-то связь. Так что подписывайтесь на Инстаграм, там есть актуальные новости, которых вы, может быть, в Ютубе и не узнаете никогда. И не увидите фотографии. Вот. А собака Герасим Шарп. Без точки. Собака Герасим Шарп. Просто. Все, ребята, готов наш омлетец. Опа, вот такую ручечку прицепили и сняли его. На вид бодрый, красивый. Сейчас мы его оценим на вкус с Мишанькой. Вкусовые ощущения. И у него сейчас мозг не работает, он спиной думает, говорит. По глазам видно, они у него назад закатываются. Он еще не проснулся. Вот такие сделаем сейчас хлебушки красивые и слопаем яичницу. Ладно, пьем чай, едим и валим в лектории. Вдруг что-нибудь интересное пропустим. Там сейчас кто-нибудь доклад делает. Как стать миллионером, блогером. Ты хочешь стать блогером-миллионером, Мишка? Очень. Ну, в смысле, не денег миллионером, а подписчиков, чтобы миллион был. Так, ну что, начинается тест-драйв произведения Герасима Васильевича. Васильевич, ты формулу слепил? Прям, да. Прям пролетает. Да.
Сейчас еще вышибет и упадет на это, на щебень. Я думаю, щебень не сильно пострадает. Крабр сервис. Лепторик. Просто приложение, просто сайт, который соединяет покупателей и путешественника. Это не тот слайд. Я, конечно, не уверен, что тема детства многим интересна. Там дети, походы. Давайте начнем с того, у кого как бы дети и кто их планирует в ближайшее время. По Литийской тропе многодневный поход. Ну, разница. Вы себя узнали? Да. Среди них. Меня слышно? Да. Ребят, а вообще, шатер закрывает всех, а вода на Эмшату как капает. Никогда не кусал клещ. Ой, вот такая вот ядерная штука. Вы точно ходите в походы. Сейчас мы все утонем. Я вам расскажу немного про самих клещей. В мире всего существует 55 тысяч видов клещей. Во, лекция про биоскоп, про биостоп, ребят. Мы уже 4,5 года в этих костюмах ходим, и нас, кстати, ни одна зараза не укусила. С биоскопом пока не встречались, делим на три категории. Первую категорию. Сегодня у многих будет тест палаток, и кто-то будет спать в воде. Тем временем дождь продолжает капать на МШ, он ежится, но делает вид, что ничего не происходит. Вот и закончилась лекция о полезных вещах, которые уберегут вас. Ребята, от большого-большого геморроя. И за лучший отзыв дарят костюм. Вот, вот. Местность, где я еще не была. Есть, потому что вы сохраняете жизни людей, это важно. Ага, несет. Несет отметки для бомбометания. Знаете, причина, почему я в Туву хотела? Потому что там не ездят машины. Там, в принципе, пустая зона, нет населенных пунктов. И я подумала, это идеальное место, где учиться водить машину. И, в общем, приезжает машина, выходят двое парней такие, ну все, давай, садись, езжай. А я смотрю карту, навигатор, и я понимаю, что мне дико сыкотно. Я смотрю и вижу, что мне, чтобы выехать с Абакана, мне нужно проехать круговое движение. Круговые движения для меня ад. Это, да, вы меня понимаете, это классно. Я поняла, что я не могу. И я начинаю плакать. И меня спрашивают, что ты плачешь? Я, денег, может, нет? Я говорю, нет, у меня все есть, но я боюсь, вы можете, давайте я вам доплачу, а вы меня вывезете из города просто. Короче, ладно, у меня была Лада Виста, механика, и в 10 утра меня оставили одну на обочине, и я через 2,5 часа только тронулась. Так, ну что, ребят, нам компания Авиастоп выдала вот такие вот штуки. Сами знаете, куда они одеваются, вот с такой вот надписью. Так что вот, ну, даже по Москве можно безопасно ходить. Ну, на наш стейк сбежались просто все. Они нас, конечно, уверяют все, что сбежались на шерпа посмотреть. Конечно, конечно, но, иначе никак. Но сбежались они все на вот этот отвратительный стейк. Вот, сними же вот эти вот горящие животным блеском глаза. Да-да-да. Больше, больше, сильнее. На прицепе везете, да? Совершенно верно. По трассе не самый, как, не самый быстрый вариант доставки. Ну слушай, на М11 весьма... Любой вездеход по трассе не самый лучший вариант доставки. Все, кто говорят, что наш вездеход может ездить по трассе, это тоже может. Но мало удовольствия ехать 60 км в час на любом вездеходе, 70. Слушать гудение раздатки, там, механизмов и прочее. Проще в джипе проехать со скоростью 100-110 км в час в комфорте и привезти вездеход там, где он нужен, где дорога действительно кончается. Ребятки, еда поспевает. Посмотрите, какие у нас мясо. Там рассказывают про какие-то новые ноутбуки для блогеров. Super Cooper RTX от NVIDIA. Ну, я потом в интернете прочитаю. И Андрюха МШ пошел, сейчас все узнает и нам придет расскажет. Так что мы ничего не пропустим. Зато останемся с мясом. Так, сейчас народ будет собираться. На такой запах-то. На такое мясяо. По любасу будет собираться. Итак. Мясяо готово. Реактор заглушен. Прожарка медиум, как мы любим. Кровушку выдавили из коровы. Приступаем. А я вам говорил, что люди будут приходить.
смотрите, кто пришел. А их не выгонишь отсюда, запах идет, они сразу раз здесь. Ну что ж, начнем давайте. А у нас ничего нет. Ага. Мы из компании Антивеган, так что все нормально, мы все чуем. Смотрите, будем делать надрез пациенту. Так. Присутствует сукровица, крови нету. Отвратительно. Вот точно отвратительно. Не, ну вы видели его лицо? Можно ли поверить такому лицу, что отвратительно? Я думаю... Нужно? Нет. Ребята, отвратительно. Скорее всего, ты нас обманываешь. Оно вот прям дозрело настолько, что надо есть. Невозможно есть, потому что как бы играй, держи марку. Ни в коем случае. В бут шайбы, Поль! Нет, нет! Не щелкай. Так, ну ребят, все. Мы не знаем, что сейчас будет, но, скорее всего, будет... Да трэш какой-то будет, ёлки. Макание, макание живого человека, гражданина, в воду, вот он. Вы видели этот дикий взгляд? Мы его сейчас по полю будем таскать, не по воде. Ребятки, сейчас едем, будет какой-то трэш, я не знаю, зачем я на это согласился, но, наверное, кому-то сделаем доброе дело, и они с этого трэша перейдут к нам на более спокойное, рассудительное видео. И полезное. Спаша ваш огород за 15 минут. Да, нормально, на связи. Ну, в общем, легковые автомобили поехали по дороге, ну, а мы, конечно, не ищем легких путей. Достаточно будет того, что, например, Шер будет ехать вот тут, а я буду, ну, нам веревки хватит там ехать, но нам кусты будут мешать. Вот как-то так получается, что не получается у нас вейкборд сюда засунуть. Не получается? Ну, можно, конечно, с травмами вейкбордиста, намотка его на его куст. Я согласен. Мы уже предлагаем его по полю покатать. Паш, спасибо тебе, хорошим человеком все-таки был. Слушай, нет, да, знаешь, как можно сделать? Можно его, если можно тебя на веревке вытащить туда, а потом из воды вытащить на сушу как-то, понимаешь? Выдернуть тебя оттуда можно. Сколько? Ну, типа закинуть на другой берег, а потом удернуть. Что такое? Уже искупался? Кто? Кто тебя укусил? Чёлта хера! Всё. Слушай, это осы! Что-то Паша недоволен, говорит, только осы или пчёлы. Какие-то неправильные вообще пчёлы. Так, у нас канал семейного просмотра без мата. Осы покусали. Они здесь летают, смотрите, может. Что? Снимите меня домой. Снимаю, да сними ты меня, да? Подошлись добрые люди, подвезти его. Заблагоизволили. Я не знаю, как я в это ввязался. И кто меня уговорил. Здесь летают осы. Кто-то уже был покусан, потому что мы, походу, в гнездо их провалились. Красиво. Так, гражданина покусали пчелы. Ужас, вот, вещественные доказательства. Так, прямо тяни веревку, чтобы... Поехали.
сейчас мы тебя прямо в эту травку в кустике затащим. Только то, что надо. Затащим. Опа, есть. Говорят, что боец готов. Поехали. Стой, Василий, стой, стой, оторвался. Тебе нужно сначала медленно вытащить из воды, а то ты будешь просто... Он выдержался, он в траве же, ведь тяжело ему. Нужно разогнать его, а потом это... Попроси, чтобы веревки тебя зажали, знаешь, кто-нибудь. Он не удержался, он в траве же, ведь тяжело ему. Тебе нужно медленно разогнать его, а потом это... Короче, трэш продолжается. Трэш-контент на канале Герасим Шерп вообще не часто бывает. Особенно такой бессмысленный. Да и беспощадный. Ребята, его пожрали осы. Он собирается сейчас врезаться в эти кусты, но его ничего не останавливает. Я вам не скажу, какой у него канал, потому что я не хочу, чтобы вы учились чему-то подобному. Вы видели, какой трешак творится? Спасение утопающего. МША у нас на подаче, трасса стоит, пала. Мишка рулит. Сейчас его пытаются завести максимально далеко, чтобы он мог проехать. Вся сложность в том, что мы планировали на том берегу это все делать, но там платная рыбалка и нам не дают. Вот. Приходится вот на этом коротеньком отрезке, всего лишь тут метров может быть 150. Повторим! Давай нас назад оттянем меня! Дубль 2! Ты сейчас по берегу и возле куста уходи прямо в поле. Вправо поворачивай и вытащишь прямо его на берег. Нормально? Огонь! Вообще молодец. С высоты гляжу. Ну прям бросок карася. Свободе. Что они творят, а? Вот так типично выглядит рыба прилипала. Она прилипляется к шерпу и кормится водорослями, которые он поднимает со дна, а также мелкими ракообразными. Да, вот жопой начнешь чувствовать дно. Кричи! Вот это я на Лима поймал! Намотал на бампер! О, огнище! Вот, спасибо, что я подбросил! Друг, откуда ни возьмись, появился рыбнадзор! И суровый весь такой рассказал, что нам нельзя находиться прямо здесь. А поэтому, друзья, нам придется убежать. Прямо по полю. Прямо вдаль. Прямо по полю, прямо вдаль, по сырой траве. Туда. Oh,
именно вот эта изюминка в виде желтых сапог вообще доставила. Да. Рыбинспектор, желтый сапог. Да, мы ему, инспектор, кстати, желтый, да, мы желтый шлем еще нашли. Слушай, ну, комплект. Вообще не представился, ни удостоверения, да, не показал. Это же не инспектор, это же просто их территория. Это сторож. Да, сторож Валера. Давайте назовем его так. Слушай, ну, судя по его виду вообще, ну, не меньше никак, ну, полковник такой, знаешь, такой выглядит. Сторожевых войск. А да. простым сапоги. Смертным сапоги желтые, конечно, не дают. Да, это... Фух, ребят, собрали лагерь почти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши драгоценные дела? Так и ничего вроде бы. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это карать. Это дочь моя, Аришка. Гера. Приятно, да. Все, не прошло и полчаса, лагерь собран, чист и опрятен. Сейчас выкинем мусор, отдадим собачкам кости. А, вон он что, мясо нюхает, видишь, кость? Он там лежит, он ее нюхает. Маньяк вейкбордовый. Все, давай, удачи. Вот этот человек, который ставит опыты на детях. Несмотря на запрет всех конвенций. Опыты на добрых детях. Слава богу, на свои. Так, ну что ж, ребят, давайте попробуем. А, Денис Доропей. Ухватил Мишаню в самый последний момент прокатиться. Ну, жалко, ребят, нету здесь возможности кататься, потому что мы здесь всю эту самую щебенку разворотили. Ругаются на нас, короче, в пруд нельзя заезжать, там рыбы у них ценные. Короче, скукотища. Опа! Ба-бам! Такое ощущение, что он вообще может быть. Нормально, Герман? И он даже плавает. Да, нормально, накачиваюсь. Ребят, мне кажется, можно целый день заезжать, съезжать с прицепа на прицеп, и все это будут снимать. Потому что зрелище завораживающее на самом деле. Кто знает вот этого человека? Какие-то у него там адские названия чемпионатов и прочих вещей он рассказывает. Короче, я порой даже не понимаю, то ли он матерится, то ли это то самое, ли что-то умное говорит, да, что мне просто неведомо. Ну, наверное, потому что... Блин, у нас такого нет. Нет, ребят, пользуясь случаем, я, раз уж я оказался у Гелия на канале, я хочу сказать, что ребята делают реально очень крутые вещи. Мы, конечно, на своих машинах тоже стараемся уезжать там в Арктику, но я с большим удовольствием смотрю Гелин канал. Признаюсь сразу, что это из 5 каналов один из каналов, который смотрю на YouTube. Вот несмотря на то, что с временем очень туго. Поэтому вот лайк от меня, это первый лайк этому моменту. А я, в свою очередь, хочу сказать, то, что делают они на автомобилях, они замудохиваются гораздо больше, чем мы. И вот тоже честь и хвала, потому что, наверное, мы бы так не смогли. Потому что столько копать, это надо очень сильно хотеть. Добраться до цели, да. Да, да, да. Мы просто это делаем гораздо легче. И холодно нам там еще все-таки в Арктике. Кто не видел, посмотрите. Ребята и в Арктику гоняют. Короче, на машинах делать невозможно что-то. Ну, стараемся. Причем не сильно такие вот адово подготовленные. Стоковые машины. Машины, в этом вся и суть. Но в этом году мы делаем две машины на 38-х колесах. Это, конечно, не шерп. Но, соответственно, и та дистанция, куда мы хотим заехать, в Арктике, она будет еще дальше. Туда никто не доезжал на машинах. Была одна экспедиция, их туда дотягивали. И что самое главное, что все машины, которые туда доезжали, они сейчас там стоят как памятники, а мы хотим все-таки уехать оттуда своим ходом. А туда они будут ехать задом. Да. Чтобы потом не разворачиваться, поехать домой. Ты, кстати, прав. Потому что потом заметет следы и не успеем. Все так и есть. Вот так вот. В общем, на таком позитиве мы заканчиваем наше присутствие на слете блогеров «Как стать миллионером». Там продолжают обучение. Мне кажется, мне это не освоить. Это очень много букв, огромный поток информации. Так что я буду по старинке. Ладно, сам нарезал, сам снял, сам выложил. С вас только лайк и просмотр. Ну и, конечно же, позитивный комментарий. Спасибо. Закончился для нас лед под рюкзаком, а так-то он продолжается еще. Я хотел бы сказать огромное спасибо команде слета. Отдельное спасибо Олесе Облачной за то, что вот так вот нас пригласили. Мы реально побывали в интересном месте. Познакомились с новыми людьми. Я познакомился с теми людьми, в принципе, которых я знал по Ютубу, но не видел их лично. Это Андрей Мша, это Богдан Булычев, это Денис Доропей, это офисный планктон, где он, конечно, дал жару. В общем, мне все понравилось.
также и вам рекомендую, если вы хотите, собираетесь или являетесь блогером, да или вообще хотите встретиться с теми, кого видите на экране, это прекрасное место. Я надеюсь, в следующем году мы снова будем на слете под рюкзаком. Все, ребята, всего хорошего. Большое спасибо. Пока.